там есть, короче, индекс прозрачности воды. Он измеряется специально такой штукой, короче, делает как БМВ. Да, и насколько видно, это вот индекс. И вот там самое прозрачное место, короче, в мире, где вода просто на уровне, бля, что-то 20-30 метров его видно. Давайте хотя бы там что-нибудь рядом. Соберем? Типун тебе на язык. Экспедиция песчаная. Ивана Денисовича. Песчаная экспедиция. Ты кто? Здесь варит, что там, конечно, закрыт карьер, потому что он рабочий. Тут люди-то идут. Но эти люди не похожи на работников карьера. Да. Вроде бы. Серега, а как тут пройти? А его никто не включит? Нет. Пылекомбинат. Потом можно будет спуститься внизу, там еще один спуск есть, где ступеньки деревянные набиты. Че, пыль не хочешь дышать? Мне. Сейчас пойдем. На самом деле она прибита дождем, влагой, и ее тут нет, потому что я сейчас фильтр скрутил, у меня вообще ничего на стекло не осело. Да, ролики свежие. Ролики свежие, да, вот там в
При входе я посмотрел. Но там сметана свежая стоит. Да, там где? В будке. Там будка есть. Где чувак? А я только бутылку видел, сметану не увидел. Ну, значит, сегодня выходной просто. Да. Пыль-то вон взвесь, смотри, видишь? Тебя отсюда видно? Да. Что-то с крыши, наверное, летит от ветра. Думаешь? Ну да. Наверняка. Здесь, когда камни падают, ничего. Слушай, это, мне кажется, уже так просто от времени он разъелся. Ну, такие окна здесь. Но этой лестнице плевать. Колоритные. У меня рука стабилизатор. Вот тут камни прям. Настоящий. Каменоломня какая-то. Ремонтный проход написан. А чем их разбивает пыль? Хрен его знает. Чем их разбивает? Молотами. Блин, там кабина какая-то. Такое ощущение, будто он не работает, но он работает. А может просто здесь сторож тусуется, его просто нет? Да почему камни-то свежие? Тут еще красивше, да? И так. Блин, ну все в таком разъебе содержится, что не скажешь даже, что рабочая. Так я и говорю, странно как-то. Очень прям это. По роликам видно, что линия рабочая. Вот это вот. Это я понимаю. Вот здесь какое-то кресло рабочего. Сейчас я в него сяду. Сначала посмотрим, что здесь. Карьер доломита. Воспрещен вход. Не знаю. Времянка здесь живет, чувак. Воняет бомжом. Такси. Тут времянка. Видно, что кто-то живет. Пойдем повыше. Ух ты. Здесь рубка управления. На рычагах пыли нет. Возможно, кто-то запускал недавно. Ну да, здесь, кстати, тоже пыли нет. Просижено. О, а вот сами булыжники. Отсюда они поступают и дальше дробятся туда. Прикольно. Все, опять какая-то временка. Блин, люди бросили технику. Как будто бы какой-то апокалипсис случился. Сегодня 9 мая. Походу все просто все побросали. Вон там стоят какие-то мазы, белазы. Я не знаю, что это. Гигантские газельки. И просто свалили отсюда. Здесь никого нет. Здесь куда-то пропало опять. Наверное, здесь. Ты здесь? Да. Лавочка прикольная. Котельная. Вот, туалет. Думаешь? Там есть подъем на второй этаж. Мне кажется, там туалет то же самое. Да. Завод по обжигу всяких пидоров. Шишечки, привет.